Антон Елашкин, ставший победителем конкурсного отбора кандидатов на роль народного ведущего зимнего фестиваля «Берингия-2022» на Камчатке, поблагодарил всех, кто за него проголосовал, и пообещал, что все жители края насладятся праздником. Всем огромное спасибо, благодаря вам, благодаря голосам, которые вы отдали за мою кандидатуру. У нас все получилось, и теперь я народный ведущий «Берингии-2022». Я, в свою очередь, обещаю не подвести. Все районы, все участки нашего края встретят праздник, получат праздник, насладятся праздником. Все каюры будут встречены и вновь будем провожать их с хорошим настроением на следующий участок трассы. Эмоции переполняют, эмоции пока непонятны, чего ждать, на что надеяться. Но я думаю, это будет замечательный уикенд, замечательные каникулы, замечательный месяц хорошего берингийского настроения, чего я и вам желаю. Еще раз огромное спасибо. Все будет Берингия. 19 февраля Антон выступит в качестве ведущего на одной из площадок Ельзовского спринта. 24 февраля проведет одно из мероприятий делового форума «Шоу рестораторов». 26 февраля примет участие в празднике «Снежный путь». А 6 марта после участия в культурной программе «Гонки-пролог» отправится с культурно-просветительской экспедицией по маршруту гонки.